День добрый. Санремо где-то 300 метров до моря. 400. Здесь очень много парковочных мест бесплатных. Продается половина дома. 110 метров квадратных с террасой, с небольшим вот садиком. Мы находимся с вами на последнем этаже. Рядом школа находится. Вот здесь у вас вы можете подняться, как-то благоустроить там сад. Две лестницы, одна наружная, другая внутренняя, ведет к дому. Вот здесь, где калитка, там живут итальянки и итальянцы. А эти полдомика наш. На последнем этаже у вас находится ванная комната с душевой кабиной, кухня. Это, конечно, я бы убрал, я сделал бы большой такой просторный зал. Зал бы сделал просторный, из кухни вот такую стенку я бы убрал, это тоже. То есть такой большой, получится большой спацию, большая площадь. Лимончики растут, оливки. Так, идем вниз. Здесь интересная цена, потому что домики в Санремо, они в основном высоко за такие цены. Вот, а здесь у вас пешая доступность, никаких горок нету, ничего. Вышли пешком с полотенцем и побрели до пляжев. Здесь у вас зона барбекю. Можно красиво облагородить данную террасу. Вторая ванная комната и спальная комната. А внизу еще у владельцев есть большая кладовка. А сюда вы можете заехать, там, например, загрузить вещи и поставить машину рядом. Здесь у вас ручей идет. Надо раков сюда сделать бизнес, плотину, форель, итальянцев с удочками. А цену и все остальные вопросы смотрите на нашем сайте azarf.ru. Переходите на наш канал Instagram. Всего хорошего дня, пока, на связи. Жду.